Новые автобусы, компьютеры и оборудование для школ, музыкальные инструменты и пожарная техника. На реализацию этих четырех социально значимых мероприятий в региональный бюджет поступили 350 миллионов рублей. Средства направлены в край по поручению президента России Владимира Путина. Профильные департаменты и учреждения в ближайшее время объявят закупки техники и оборудования. Ранее Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что все средства распределят на мероприятия для детей и обеспечение пожарной безопасности. Автоцистерны, отработавшие более 15 лет, нуждаются в обновлении. Их заменят 10 современных автомобилей общей стоимостью более 80 миллионов рублей. В образовательные учреждения края направят 39 автобусов. Музыкальные инструменты и другое спецоборудование распределят между школами и учреждениями культуры. Инициатива не только приветствуется, но и оплачивается. Конкурс проектов благоустройства придомовых территорий «Родной двор» стартовал в Приморье. Он проводится в рамках федерального проекта «Городская среда» по инициативе главы Приморья Андрея Тарасенко. Сумма грантов – 10 миллионов рублей. Участвовать могут как городские, так и сельские поселения. Главное условие – желания и идеи самих жителей. Прием заявок на конкурс продлится до 25 сентября. Затем пройдет отбор проектов. Победители определят и наградят к 20 октября, к 80-летию Приморского края. Проекты подаются инициативными группами или территориальными общественными самоуправлениями. Каждый проект должен иметь сопроводительное письмо от администрации муниципального образования, чтобы вы понимали, что денежные средства тратятся не в пустоту, а администрация муниципалитетов у нас контролирует ситуацию муниципалитетов. В Приморье также идет реализация приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Она началась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. В 2018 субсидии выделены 45 муниципальным образованиям. На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов и сквозны региона направлено более 54 миллионов рублей. Из федерального почти 400 миллионов. Всего с 2018 по 2022 годы будет обустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий. Отметим, Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию России 1 марта этого года назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.